Дорогие коллеги, приветствуем вас. Надеюсь, добрый день. Да, если нас слышно, видно, пожалуйста, поставьте плюсики в чат. Буквально несколько, чтобы мы поняли, что нас хорошо видно. Видно, слышно, да. Отлично. Спасибо. Отлично. За обратную связь. Давайте представимся для начала тогда. Меня зовут Евгения Кизей, директор по турпродукту компании «Мультитур». Я чуть позже познакомлю вас с нашим ассортиментом, с нашими основными направлениями, топами, новинками. А Анна Артемова расскажет в целом о нашем сайте, о нашей компании. И, Анна, вам слово, начинайте. Да, спасибо. Коллеги, еще раз приветствую вас на сегодняшнем вебинаре в рамках выставки, онлайн-выставки «Знай наше». Итак, рада поделиться с вами полезной информацией. Важный момент. Кто останется до конца вебинара, получит памятный подарок от нашей компании. Все подробности чуть позже. Буду держать интригу, так скажем. Итак, начнем. Компания «Мультитур» на рынке с 99 года. Наша компания входит в тройку лидеров по внутреннему туризму, компании, занимающиеся внутренним туризмом, да. Также у нас надежная репутация, постоянно развивающаяся компания. Мы являемся членом Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России и также других объединений. Наша база, так скажем, агентств, постоянных коллег, которые с нами работают, это около 8 тысяч. И 2 миллиона, даже чуть больше, довольных туристов, которые совершили путешествие от нашей замечательной компании. Расскажу вам немного об истории. Не все знают, что наша компания – это часть большого холдинга, да? Это, конечно же, все началось с компании «Мультитур» с 99 года. Далее образовалась «Отелика Хотел Групп», это управляющая компания, предлагает услуги по профессиональному управлению гостиничными объектами, также франшизу, аутсорсинг и услуги консалтинга. На данный момент под управлением «Отелика Хотел Групп» находится 20 объектов размещения. Краснодарский Крым, средняя полоса России, мы чуть позже немножечко расскажу тоже об этом. В общем, 20 отелей с общим номерным фондом более 2500 номеров. «Санвиль» – это курортные отели для отдыха родителей с детьми. «Дивный мир» – это курортные и загородные отели. Компания «Food Buffet» – услуги питания под ключ для различных объектов размещения. Компания предоставляет полный цикл услуг по организации выездного обслуживания. Компания «Батлер» предоставляет услуги по организации отдела продаж, помогает увеличить доход отелям, да, оптимизировав политику продаж. И центр снабжения отелей – это комплексное снабжение отелей всем необходимым оборудованием, техникой, расходными материалами и любой другой необходимой продукцией. Основные наши направления – это, конечно же, Россия, Беларусь, на которой активно сейчас делается упор. У нас достаточно много появилось квот, экскурсионных программ по данному направлению – и, конечно же, наше несравнение Абхазия – страна души. У нас выставлено более 50 тысяч отелей, более 1500 экскурсионных программ. И еще раз отмечу, что гарантированные места вы можете сразу видеть на сайте. Мы практически отходим от номеров под запрос, да, касательно отелей. С экскурсионными программами здесь немножечко посложнее, но в том числе. То есть это, конечно, позволит экономить время ваше и, соответственно, наше. Преимущество работы с нами. Не буду обострять, да, зацикливать на всех пунктах внимания. Отмечу самое важное. Это, конечно же, наша система онлайн-бронирования. Очень понятная, простая в пользовании. Это личный кабинет, где созданы удобные разделы для вас. Опять же, раздел документов, акции, конкурсы, различные бонусы и прочая полезная информация. Конечно же, квалифицированный штат сотрудников нашей компании, который постоянно развивается, как я уже говорила. Контроль качества. Контроль качества – это тоже очень такая важная особенность. Вы можете связаться напрямую с нашими руководителями компании в спорных ситуациях и какие-то свои пожелания выразить тоже напрямую.
акции. Вот на акциях я остановлюсь поподробнее, потому что акций у нас много, и все они очень интересные, полезные. Акция раннее бронирование, конечно же, уже представлена на наши новогодние туры. Евгения позже об этом, конечно же, расскажет. Раннее бронирование на лето 24 на отели сетей отелика «Дивный мир» Санвиль, наши собственные отели. То есть уже есть возможность забронировать летний отдых со скидкой до 40%. То есть это отличная возможность для больших семей и семей с детками, классно отдохнуть в хороших отелях. Акция «Черная пятница», мы устраиваем периодически эту акцию. Это возможность сэкономить 60%. Этой акцией пользуются все, постоянно наши коллеги звонят или пишут, спрашивают, когда, коллеги, открою секрет, уже скоро данная акция будет на старте. Перчинка месяца. Перчинка месяца – это ежемесячная акция, это, так скажем, спецпредложение на ряд отелей и экскурсионных программ, которые вы можете забронировать по хорошим ценам. Промокоды на скидку в честь праздников. Вот недавно, можно приурочить, наверное, это событие к празднику, пятница 13-я, так скажем, да, у нас была особая пятница. По промокоду можно было забронировать туры со скидкой 13%, то есть с комиссией 13%, даже если у кого-то стартовая 10%. То есть это очень тоже хорошая возможность была. Отель недели наша акция относительно новая, но уже прижилась в нашей компании. Еженедельно, два раза в неделю данная акция выходит, это отель недели или направление недели. То есть это также очень хорошая возможность забронировать по спецпредложениям какой-то отель в абсолютно разном регионе России, да, и не только России, и также экскурсионную программу. И еще какой плюс? Видео, которое представлено в первый день акции «Отель недели» или «Направление недели». Очень красивое видео, познавательное. Вы знакомитесь онлайн, так скажем, с объектом размещения или с направлением. Знакомитесь с номерным фондом и также полезной инфраструктурой данного направления. Прямые акции, конечно же, от отеля, спецпредложения от компании «Наряд отелей». Это постоянно в наших разделах на сайте. Акция «Запрос лучшей цены» в личном кабинете, в разделе «Акции» у вас прописаны подробные условия. Тоже обратите внимание на данную акцию, очень полезные, и коллеги пользуются. То есть если вы видите стоимость какого-то тура на сайте конкурента ниже, соответственно, в индивидуальном порядке вы можете написать мне на почту, и мы с удовольствием ваше предложение рассмотрим. Акция в нашей отелике, да, отелика «Дивный мир» Санвиль, детки до 12 лет на дополнительных местах у нас размещаются всегда абсолютно бесплатно. То есть это тоже, опять же, хорошая возможность разместить большую семью по очень выгодной цене. Акция «Лови момент» – это выгодные цены на экскурсионные туры. Также она проходит у нас еженедельно в наших соцсетях. Кто не подписан, позже напомним с Евгением, обязательно подписывайтесь, потому что все акции конкурса в реальном времени выходят у нас именно там. Ну и, конечно же, на сайте. У нас появился новый раздел на сайте, это СПО и акции. Это очень удобно. На отдельной посадочной страничке вы видите абсолютно все объекты размещения, на которые на данный момент представлены какие-либо спецпредложения или акции. Вы видите, какая скидка, в какой период. Данная акция действительно, то есть очень тоже удобно, все понятно. И напоминаю, что в личном кабинете у вас тоже есть раздел «Акции и конкурсы», где вы можете всю актуальную информацию оттуда брать и видеть. Обучение сотрудников. Тоже на этом моменте хочу тоже заострить ваше внимание. Мы проводим различные вебинары. У нас есть на сайте раздел «Обучение» в разделе для агентств, где собраны прямые эфиры с отелями. Вебинары с различными партнерами, в том числе наши собственные компании, да, нашими специалистами договорного отдела, онлайн-офлайн семинары с ведущими специалистами, конечно же, компании «Мультитур Отелика», онлайн-эфиры, как я уже говорила, с представителем отеля мы проводим в наших соцсетях, то есть также замечательная возможность познакомиться онлайн с объектом размещения, прогуляться по территории, посмотреть зоопарк, потому что очень много отелей с огромными территориями, обычно в Подмосковье, в средней полосе, в которых есть собственный зоопарк. Также мы прогуливаемся по набережной Анапы, Краснодарского края, в принципе, в целом, гуляем, наслаждаемся солнышком, да, если у них хорошая погода, смотрим номерной фонд, знакомимся с инфраструктурой, то есть это тоже, ну, прям так
Очень хорошая опция. Повторюсь, в нашем разделе обучения на сайте и на нашем YouTube-канале также транслируются прямые эфиры, мы выкладываем и вебинары в том числе. Традиционный релакс тур на базе наших отелей – отелики. У нас уже было несколько, возможно, кто-то из коллег с нами ездил. Если есть такие, ставьте плюсики. Последние проводились в отеле «Гранд Ольгино», загородный отель в Тверской области. Последний прям с огромным масштабом. Это был релакс-тур для наших партнеров, для коллег турбизнеса, да, в стиле «Мулен Руж». Может быть, где-то в новостях видели, в туристических. Гремело все, и было очень здорово, весело. Может быть, тоже, кстати, кто-то из вас был. Конечно же, мы проводим регулярные туры, рекламные туры по Краснодарскому краю, Крыму. Вот у нас весной этого года проходили рекламные туры по всему Краснодарскому краю на базе наших отелей, отелей «Дивный мир Санвиль» и не только наших, и другие партнеры к нам присоединялись. Мы ездили в Крым, мы ездили в Карелию. И сейчас, на данный момент, у нас активно проходят рекламные туры в Подмосковье. Первый у нас был тур 17 октября, будет 25-го. Уже, к сожалению, набор закрыт, потому что только проходит новость, то, что стартует рекламный тур. Быстро очень набираем команду, очень быстро коллеги реагируют. Но вы не переживайте, у нас стартует в скором времени очень много маршрутов по Подмосковью. И не только. Следите за нашими обновлениями на сайте и в наших соцсетях, чтобы успеть забронировать. Скоро у нас появится школа туризма, не буду забегать вперед, это секретная пока что информация, но не могла не сказать, это тоже будет мега-супер проект, где будут также для вашей помощи в виде инструкции к поисковой системе онлайн-бронирования, тоже в скором времени все это будет для вас доступно на сайте. Рубрика «Родные курорты по-новому» тоже отнесла ее в раздел обучения. Что это такое? Наши дорогие, замечательные сотрудники ездят в командировки, в поездки, привозят оттуда массу полезной информации, фото, видео, которыми они с вами хотят поделиться. Эта рубрика у нас тоже достаточно уже закрепилась в наших соцсетях. Кто не смотрел, посмотрите, это такие небольшие фильмы. К примеру, рассказ о Минске, как купить билет, где на какой поезд сесть, куда доехать, по основным достопримечательностям, санаториям и прочим. То есть, ну, на самом деле, из Крыма у нас есть выпуски, посмотрите, не буду забегать вперед, я думаю, что вы оцените. И у нас на сайте, это наша новинка, наша тоже гордость, это дайджест, появился дайджест на нашем сайте, вы также можете его посмотреть в личном кабинете, у вас есть возможность. Все топовые акции, новинки, которые выходят, публикуются в, так скажем, журнале, который создали специально для вас, чтобы вам было тоже удобно подсматривать различные предложения. Итак, еще хотела же, конечно, обратить внимание на нашу бонусную программу, кому-то напомнить, а кого-то познакомить, потому что не все знают, не все смотрели, что информация есть в личном кабинете, а она есть. На данный момент, коллеги, уважаемые, действует следующая бонусная программа. Она очень лояльна, я считаю, то есть прорабатывали ее долго и упорно, чтобы у вас была возможность зарабатывать с компанией «Мультитур». От 700 тысяч рублей, когда годовой оборот достигает ваш, комиссия, соответственно, у вас получается 11%, от миллиона, то есть это всего, грубо говоря, 10 туров по 100 тысяч рублей, согласитесь, это не так много, вы получаете 12% комиссии, и плюс у вас идет бонус в размере кэшбэк 1% от вашего оборота, то есть 12% плюс еще кэшбэк, который вы можете бонусом зачесть на любые будущие заявки, то есть это тоже очень такая полезная плюшка, можно сказать, и от 3 миллионов, соответственно, 13%, и, соответственно, также действует кэшбэк в размере 1% от вашего оборота. На данный момент, повторюсь, бонусная программа такова, она может с начала следующего года измениться, но, опять же, вы сразу об этом узнаете в личном кабинете. И еще какие плюсы? Вы можете попасть в топ-агентств по продажам, получить шикарные подарки. Это отдых в одном из наших отелей, отелика «Дивный мир», да? Это бесплатное участие в рекламном, в релакс-туре и многое-многое другое. То есть мы очень любим и ценим своих дорогих коллег, и, соответственно, от вашего старания вы получаете замечательный подарок. Я считаю, что это, ну, здорово.
А также, чем мы можем еще помочь? Про соцсети наши я уже сказала. Чтобы легко на них подписаться, вы заходите на наш сайт, открываете главную страничку, и в самом низу будут соцсети, абсолютно все, которые мы ведем. Подписывайтесь на Telegram, ВКонтакте, да, и другие соцсети, которые вы там увидите, потому что все транслируется, все понятно, доступно. Виджеты на сайт и API-технологии – это тоже очень важный момент, который вы можете использовать в качестве инструмента продаж на своем сайте. У нас тоже есть отдельный раздел в личном кабинете, вы можете с ним познакомиться, кто не знает. Также у нас есть почта специалиста, который вам поможет и ответит на все ваши вопросы по установке данных опций. Конечно же, кто еще не подписан на нашу рассылку, обязательно подпишитесь, потому что тоже акция по рекламным турам, по релакс-турам и прочим акциям, конкурсам, конечно же, находится в рассылке. В разделе «Для агентств» есть кнопочка «Подписаться на рассылку», указывайте свою почту и вуаля, вы с нами в нашей команде. Раздел «Новости» на нашем сайте, это уже важный момент, и в личном кабинете он есть, то есть все важное, что выходит, транслируется также там. Топ-предложения, обращайте внимание тоже на главной страничке под нашими иконочками, посадочными страницами, есть достаточно большой раздел топ-предложений, вы можете, например, не знаете, куда отправить туристов с собачкой, у нас есть супер-предложение для вас, оно сейчас находится на сайте, топ-отели для размещения животными и так далее, то есть топ-отели на все включено в Подмосковье. То есть полезная информация, не знаете, быстренько нужно забронировать, заходите, и я думаю, что этот раздел вам очень поможет. И теперь краткая информация, перейду, конечно же, к нашим отелям. Флагманский продукт – это отелика «Дивный мир Санвиль». Что объединяет сеть отелику? Это, конечно же, отели, работающие по системе «Все включено» и «Ультра все включено», предлагающие разнообразные анимационные услуги на территории отелей. Это также и бары, и бассейны. Что еще важно, что ресторан у нас не закрывается в течение всего дня. То есть, что это такое? Это завтрак, переходящий в обед, обед, плавно переходящий в ужин. То есть, туристы никогда голодные не будут, они в любое время пошли, покушали, да, то есть, провели время с потрясающей профессиональной анимационной командой и другими бонусами. В каждом отеле практически есть бильярды, есть даже отели у нас с теннисным кортом. Вся информация у нас представлена на сайте, также есть вебинары, подробные вебинары по нашим отелям, которые вы можете посмотреть в разделе обучения на сайте или на YouTube-канале, и также у вас есть чат в личном кабинете, задать вопросы, общие вопросы, вы можете абсолютно любой запрос написать, не только по нашим отелям, наши специалисты очень быстро на них отвечают, стараются, и также у вас есть я, в дальнейшем будут в конце мои контакты, с удовольствием отвечу на любой ваш вопрос. Итак, как я уже сказала, что концепция «все включено», да, подразумевает питание, все включено, бары на территории, рестораны на территории, пункты, мини-кафе, да, на территории также, где можно воспользоваться снеками. Отдельно у нас уделяется внимание большое маленьким гостям отелики, это деткам, конечно, с ними работает профессиональная команда аниматоров, проводятся различные мастер-классы, квесты, конкурсы, то есть, когда семья проснулась, она может подойти на ресепшн, или также у нас есть телеграм-канал каждого отеля, где транслируется вся интерактивная часть дня, то есть, семья, да, детки могут самостоятельно уже заранее спланировать свой досуг в течение дня, кто-то пойдет, постреляет в тире, кто-то, допустим, пойдет поиграть в бильярд, кто-то сделает зарядку, покатается на воздушном шаре и много-много чего еще успеет. Также важный момент, детки у нас могут стать гражданами Солнцеграда, получить вот такой прекрасный паспорт, который вы видите на экране. За каждый конкурс, мастер-класс детки получают фишки, тоже называется отелика, это валюта в наших отелях. Также взрослые очень активно участвуют, получают фишки и с удовольствием потом обменивают их на призы, которые вы тоже видите на экране. Призы различные, очень интересные, забавные. Мы сами принимали участие в этих конкурсах, ну, здорово. И также вкратце тоже повторюсь, что еще представлены две сети отелей. «Дивный мир» – это курортные и загородные отели, это средняя полоса,
Крым, Краснодарский край, это уровень 3-4 звезды, и Санвиль, это курортные отели для семейного отдыха с детишками, уровень 2 звезды, это Крым и, соответственно, Анапа. Вся подробная информация, повторюсь, по отелям, фотографии, по номерам представлены на нашем сайте. Только все категории номеров и только все акции именно эксклюзивные, но только на нашем сайте. То есть нигде вы больше этих акций ни у кого не увидите. Так что милости просим на наш сайт. И опять же подписывайтесь на соцсети, чтобы не пропустить следующее. И напомню, что сейчас действует раннее бронирование на отеле «Отелика». До 40% можно забронировать тур. Оплата 50% в течение 5 рабочих дней, 5 дней, да, и полная оплата за 2 недели, как обычно, до заезда. Так что обращайте внимание на данные акции. Я передаю слово Евгении, немножечко отключусь, в конце обязательно к вам присоединюсь. И готовьте ваши вопросы, если они у вас будут, мы с Евгением на них обязательно ответим. Спасибо, коллеги. Большое спасибо, Аня, за такой подробный, интересный рассказ о том, что так представила нашу компанию. И хочу сказать, что мультитур – это не только отелика, и на нашем сайте можно купить, естественно, не только шикарные отели отелики, сети отелика, но и много других интересных отелей и предложений. Повторюсь, Аня сказала вначале, у нас в ассортименте более, наверное, 40 сейчас тысяч отелей выведено на сайт и около тысячи экскурсионных программ. К сезону их будет больше. Естественно, обо всех я сейчас рассказать не смогу. Это и дня, и недели, наверное, не хватит, за полчаса тем более. Постараюсь выделить для вас самые интересные направления, самые наши топовые отели. Подготовила топ отелей по каждому курорту, которые сейчас востребованы и популярны. Итак, так как у нас впереди с вами зима, зимний сезон, да, то я хотела бы начать в первую очередь с горнолыжных туров, с горнолыжных курортов. И мы предлагаем как туроператор не только проживание на горнолыжных курортах, но а также проживание с авиаперелетом, так называемые пакетные туры. Обращаю внимание, что комиссия предоставляется агентством совершенно на весь пакет, включая и проживание, и перелет. Как доп. Услуга можно заказать трансфер от аэропорта Минеральных Вод до непосредственно горнолыжного курорта, если мы говорим о Архизе, как раз о Архизе, Домбае и Прильбрусе, и трансфер от аэропорта города Адлер, если мы говорим о курорте Красная Поляна, да, сам курорт Красная Поляна плюс Розахутор. На слайде представлены цены за недельное проживание с перелетом в каждый из этих курортов. Каждый курорт прекрасен по-своему. Красная Поляна, наверное, самый технологичный, самый развитый курорт с самой развитой инфраструктурой, самым большим количеством объектов у высокого уровня, 4-5 звезд. Это и отечественные наши сети отелей, и в том числе европейские бренды, которые поддерживают высокий уровень стандарта и сервиса. Архыз – один из самых красивых горнолыжных курортов, широко представлен ассортимент от экономичных гостевых домов, мини-отелей до отелей высокого уровня. Чуть позже также покажу наш топ отели, топ-5 отелей, самых востребованных по данному курорту и не только. Прильбрусье широко известен, данный горнолыжный курорт расположен также на Кавказе. И, пожалуй, на данный момент это самый бюджетный вариант отдыха. В 2026 году, да, должно закончится строительство очень крупного отеля сети «Азимут». Первый отель будет сети «Азимут» в Прильбрусье с большим номерным фондом, с подземной парковкой. И мы надеемся, что окончание этого строительства подтолкнет данный курорт к развитию и к
улучшению уровня сервиса. Домбай, всеми любимый, всеми известный горнолыжный курорт, в этом году он пользуется спросом не только в зимний период, но также в период межсезонья, в летний период, потому что горы прекрасны в любое время года, поблизости многочисленные водопады, озера, другая экскурсионная программа, прогулки конные, поэтому данный курорт в этом году бьет все рекорды по продажам в период, в период невысокого сезона. Да, все мы знаем, что для горнолыжных курортов это зима, а вот Домбай отлично продается и в другое время года. Также это связано с тем, что именно здесь уже работает большое количество объектов с хорошим уровнем сервиса, при этом по доступным ценам, да, то есть соотношение цены и качества, наверное, одно из самых лучших. Следующий слайд. Как раз я вам собрала топ наших самых популярных отелей на трех наших горнолыжных курортах. Это Красная Поляна, Архыз и Домбай. В Прельбрусье пока не построен отель хорошего уровня, да, мы как бы его не рассматриваем как лидер продаж, остановимся пока на этих трех. Красная Поляна, ну, Новотель-резорт Красная Поляна, это хит продаж, отель шикарно расположен на втором уровне, на высоте 960 метров на уровне моря, это панорамные виды с каждого номера, шикарные завтраки, также на террасе ресторан с шикарным видом на горы. И главная фишка этого отеля – это в зимний период возможность лыжников буквально сразу с входа в отель перейти на трассы, да, прям в снаряжении, в лыжах. Так как отель расположен на втором уровне, как раз там, где начинаются горнолыжные трассы. Поэтому отель очень любим, очень востребован. На период новогодних заездов цены на нашем сайте уже есть, как и, кстати, на другие отели курорта Красная Поляна. Программы сформированы, цены на новогодние банкеты также уже есть. Комиссия на банкеты агентам и туроператорам предоставляется. Если нам, значит, и вам, мы обязательно делимся с вами комиссией. Банкет бронируется дополнительно. То есть сейчас на нашем сайте по желанию. То есть кому-то нужен, кому-то нет. Сейчас на нашем сайте цены рассчитаны только включая проживание и питание. Новогодний банкет с программой бронируется дополнительно. Пишите в примечании к заявке, что планируем банкет, да, забронировать. Мы добавляем доп. Услуги. Услуга комиссионная. Апартаменты курорта Красная Поляна. На втором месте по популярности данный объект размещения. В первую очередь за счет своей цены. Какие еще преимущества? Это наличие своей кухни в каждом номере и возможность размещаться большой компанией. То есть представлены номера как на двоих, так на четверых, на 6, на 10, даже на 12 человек. Поэтому это выгодный вариант для большой компании, дружной компании, для большой семьи и так далее. На Новый год мест уже нет на данный момент, но ближе к концу ноября, скорее всего, места появятся, потому что оплата должна быть произведена за новогодние заезды до 15 примерно ноября по требованию отеля. Далее аннуляция, туры должны быть оплачены, соответственно, подтверждены. Если оплата не пройдет, тур будет автоматически аннулирован. И аннуляция заездов новогодних за 45 дней до заезда уже будет со 100% штрафом. Поэтому к этому моменту, скорее всего, часть номеров уже аннулируется. И, возможно, появятся в продаже какие-то номера на период Нового года или новогодних каникул. Еще раз обращаю ваше внимание на жесткие условия отмены новогодних заездов. За 45 дней до заезда тур должен быть уже оплачен. Далее 100% штраф. Это касается всех отелей курорта Красная Поляна.
не «Роза Хутор», а именно «Красная поляна». Третий по популярности отель, также отель курорта «Красная поляна», это «Кортьярд Мариотт», Сочи, «Красная поляна». Это демократичный отель относительно других отелей курорта. Его очень любят лыжники. Он расположен на высоте 560 метров, то есть внизу, но при этом прям у подъемников. Буквально 30 метров, и лыжники, да, уже спокойно поднимаются со своим обмундированием, снаряжением к трассам. Единственный отель, который принимает животных, домашних животных, домашних питомцев абсолютно любых размеров и видов. То есть это могут быть как кошки, собаки, да, что такое самое распространенное, так и каких-то хомячков, ежиков, удавов и так далее. Всех абсолютно домашних животных этот отель берет и даже готов предоставить целый перечень услуг для этих питомцев, от выгула собак там, до подбора корма, ветеринара и так далее. То есть все, на самом деле, все отели курорта «Красная поляна» принимают животными, но там будут ограничения по виду, это будут только собачки, только, например, не до 5 килограмм, каких-то определенных пород, то здесь принимают абсолютно всех. Какие у нас еще преимущества «Кортьярда»? Есть фитнес-центр на территории, это два корпуса, в каждом корпусе есть фитнес-центр с сауной, есть, что у нас, сушилки для снаряжения, прокат горнолыжного снаряжения также имеется. Снега апарт-отель, очень интересный объект, был построен и введен в эксплуатацию не так давно, расположен в самом начале курорта «Красная поляна», у него очень интересное расположение, примерно в одинаковой удаленности от подъемников «Розы Хутор», «Газпрома», курорта и «Красная поляна». Соответственно, туристы могут выбирать, где сегодня-завтра покататься. Отель понимает, да, что он расположен в определенной удаленности от подъемников, поэтому трансфер до всех подъемников входит в стоимость туда и обратно в течение дня. Это в зимний период, а в летний период на море. Пляжу также бесплатный трансфер включен в стоимость. В течение дня по расписанию ходит шаттл. На территории апарт-отеля «Снега» есть свой спа-центр. В зимний период спа входит в стоимость. Тарифы есть как на завтраках, так и без питания. В новотеле, в апартаментах, в новотеле также тариф на завтраках. Шведский стол, очень вкусные завтраки, апартаменты мы продаем без питания, «Кортьярд Мариотт» на базе завтраков «Шведский стол». И еще один отель входит у нас в топ-5, это «Golden Tulip» отель. Этот отель расположен на курорте «Роза Хутор», внизу, напротив реки, горной реки Мзымта. Очень красивый вид открывается с одной стороны как раз на инфраструктуру курорта «Красная Роза Хутор», на речку, с другой стороны на горы, на лес. Этот отель привлекает гостей не только классными, хорошими номерами, это 4-звездочный отель, но а также высоким уровнем сервиса и обслуживания для взыскательного клиента, для туриста, который предоставляет, ну, высокие стандарты к обслуживанию, высокие требования к сервису. На территории отеля есть хороший ресторан, европейская кухня. Обращаю внимание для тех гостей, туристов, кто следит за своим питанием, у кого есть какие-то диеты, в этом ресторане подают блюда без глютена и без лактозы. То есть не так часто можно встретить на горнолыжном курорте такого уровня отели, как раз такого уровня рестораны, как раз вот бранш-ресторан на территории отеля Golden Tulip имеет такую возможность. Обращаю ваше внимание. Архыз. Топ-5 наших отелей. Все отели у нас получают только хорошие отзывы после возвращения туристов. Софийские вершины, среднего уровня объект, сказка снежных вершин.
Архыз-Шале. Русские сезоны. Первый парк-отель – это отель высокого уровня. Его бы я выделила среди всех этих топов. И Сан-Виллэдж Архыз – также парк-отель. Выше среднего, больше ближе к высокому уровню также объект. Входит в пятерку наших топов по Архызу. Все отели с хорошим номерным фондом, номера после ремонтов, это или шале, или деревянные домики, в таком альпийском стиле, наверное. Эту пятерку мы смело рекомендуем к продажам для ваших туристов. Конечно, это далеко не все наши объекты, не вся наша отельная база, но нужно было выделить именно топ самых популярных. Дамбай. Здесь поэкономичнее объекты размещения, даже в сравнении с Архызом, и по цене можно проверить на нашем сайте, и по условиям. На первом месте по продажам Сок Дамбай. Это объект, известен еще с советских времен, очень удобно расположен в центре поселка, в шаговой доступности от подъемника, от бугельного подъемника. Буквально перейти через дорогу, наверное, одна минута, может, две пешочком, и гости будут у подъемников. Большой номерной фонд, достаточно демократичные цены. На зимний период у нас блок мест, места еще есть, на Новый год нет, а вот с января после новогодних праздников, пожалуйста, и цены уже более приятные, да, и места еще есть. Горский дом отель, тоже один из самых востребованных отелей на курорте, расположен достаточно далеко от подъемников, но за счет своей цены один из лидеров продаж в зимний период точно. Gold Star отель, тут могу отметить, во-первых, хорошие номера с хорошим таким качественным ремонтом, обслуживание на достаточно высоком уровне, в номерах чистое. И самое, наверное, главное, что запомнилось, это вкуснейшие завтраки. Завтраки по системе «Шведский стол». Для Дамбая это редкость. Обычно это комплексные завтраки. В лучшем случае небольшой выбор там из двух блюд. В данном объекте «Шведский стол» достаточно разнообразные. Продукты местные, вкусные, свежие. Gold Star любят, вот, зачастую хвалят в отзывах именно завтраки. Снежинка отель удобно расположен, тоже один из старейших отелей, один из первых отелей курорта. Цены на зимний период уже есть, квота также есть. Соотношение цены-качества, ну, наверное, тоже одно из лучших. И Кристалл отель с гарантированным размещением на период Нового года и зимнего сезона, очень удобно расположен. Прямо в сердце поселка. Рядом вся инфраструктура, рядом рынок, рядом источник, рядом рестораны местной кухни, именно кавказской. Рядом подъемник. У них, кстати, свой очень хороший ресторан, где достаточно вкусно кормят. И в этот ресторан могут приходить гости не только те, которые проживают в отеле, но те, кто проживают в отеле, имеют скидку 5 или 10%, я точно уж не помню, как они в этом году решили, на посещение данного ресторана. Вернусь по горнолыжным турам, наверное, все, потому что у нас времени остается не так уж много, хотелось бы рассказать о других наших направлениях. Не все у нас катаются, да, я вот, например, не катаюсь, поэтому на Новый год вряд ли выберу горнолыжный какой-то курорт. И для таких же, как я, мы подготовили предложение не только на горнолыжных курортах, но и в других не менее замечательных регионах нашей необъятной, большой и красивой страны. Новый год на курортах Краснодарского края и Абхазии. То есть кому-то хочется, особенно из северных регионов, наоборот, на контрасте, провести праздники где-то в теплее, на юге, под пальмами. И для таких туристов мы подготовили вот топ-6, наверное, предложений, как провести, как встретить Новый год и где его встретить
в объектах с хорошей программой по приемлемым ценам. Итак, топ отели открывает пансионат «Бургас», но пока мы дошли до презентации непосредственно нашего топа, хочу сказать, что в пансионате «Бургас» места остались только на период новогодних каникул. Новый год уже распродан. Пансионат один из первых предоставил цены на Новый год. Естественно, одним из первых был раскуплен. Поэтому, кто знает этот объект, а его очень многие любят, он давным-давно себя зарекомендовал высоким уровнем обслуживания, высокими стандартами к питанию, к лечению. Соответственно, еще есть места на период рождественских заездов с 3 по 8 число. Акваград спа-отель. Здесь места еще есть на сегодня, на Новый год, на новогодние каникулы. Единственное, с банкетом туров уже нет. Продажа новогодних банкетов закрыта. Но для всех проживающих в период новогодних праздников будет организована программа развлекательная с аниматорами, с гуляниями на улице, в холле, с детской анимацией, с детской елкой, с подарками. Вся программа, детская и взрослая анимация, обязательно будет входить в стоимость. Напомню, что Акваград расположен у нас в поселке Ло, на самом берегу моря. Огромная территория, больше 10 гектар, ухоженная, зеленая, красивая, крытый аквакомплекс, который также входит в стоимость, ну, круглогодично, и Новый год не исключение, с крытым аквапарком, с несколькими бассейнами, с сауной, баней, тренажерным залом, ночным клубом. То есть очень развитая инфраструктура непосредственно на территории самого объекта. Актер-санаторий расположен в самом центре города Сочи, на курортном проспекте. Новый год активно продается. В стоимость новогодних туров входит банкет. Сейчас продажи закрыты на банкет в ресторане. Банкет стоил 15 тысяч рублей, но так как спрос очень большой, санаторий принял решение снова открыть продажи, проживание с банкетом на новогодний период. Но теперь этот банкет будет организован помимо не только в ресторане, но еще и на крытой веранде. Стоимость банкетов здесь уже будет чуть дешевле, не 15, а 12 тысяч рублей теперь. То есть для кого-то даже плюс. Номера в наличии им есть, и места на банкет тоже пока имеются. Так что имейте в виду, торопитесь, скорее всего, к середине ноября закроются продажи уже не только на тарифы с банкетом, но и, в принципе, на проживание на период новогодних праздников. Отель очень популярен, ну, известен. Да? Что у нас из плюсов? Трехразовое питание, шведский стол, крытый бассейн с морской водой. Не так уж много у нас объектов с морской водой. В принципе, в Краснодарском крае актер один из них. Какие мы еще знаем? Это Малая бухта в Анапе. Вот следующее, под 5-м пунктом, да, у нас есть зимний комплекс в Анапе, где также есть бассейн крытый с подогреваемой морской водой. Отель-санаторий «Эллада» в Анапе, открытый бассейн с подогреваемой морской водой. В принципе, и все, что так приходит на ум, «Металлург», да, еще может быть в «Адлере». Поэтому санаторий «Актер» также является лидером продаж. Отели сети «Мираклеон» на прошлой неделе наконец-то озвучили стоимость и предоставили программу своих новогодних заездов. Цены на нашем сайте есть. Напомню, какие это отели, я их объединила под одно название. Отели сети «Мираклеон» – это «Бетон Брют», это «Город Мира» и «Мёвенпик», бывший «Грейт Эйт», или наоборот, «Грейт Эйт», бывший «Мёвенпик». Цены на нашем сайте есть, они уже включены, в них уже включены банкеты, и если покупать этот тур сразу с банкетом, то на банкет предоставляется комиссия, не комиссия, а скидка для туриста 10-15%. То есть можно взять
пакет как с банкетом, так и без. Но если бронировать на месте уже участие в банкете, то цена будет выше. Самые дешевые цены у нас в Бетон Бьюти, потом в Город Мира, и самые высокие цены, получается, на пакетный тур, на новогодние заезды, это в отеле Great Eight Mövenpick. Малая бухта. Ну, за программу отелей сети Мираклеон я абсолютно спокойна. Это всегда что-то самое лучшее, самые эксклюзивные ведущие. Здесь будут какие-то московские ведущие, которые входят в топ-10 ведущих России. Будет иллюзионист, который получил Оскара в своей сфере, да, среди магов и фокусников, иллюзионистов. Здесь, естественно, будут самые лучшие танцевальные коллективы, самый шикарный фейерверк в конце. Проверена была не раз на мероприятиях, которые устраивают отели данной сети. Это всегда все на высшем уровне. За программу вы можете быть спокойны, ваши туристы 100% останутся довольными. Еще один отель Анапы, Малая бухта, для туристов более среднего достатка, да, наверное, наоборот, даже ниже среднего, потому что это очень бюджетный вариант отдыха в Анапе. Одно из самых дешевых предложений на Новый год среди всех здравниц, санаториев отеля Анапы. Сейчас у меня была где-то цена, я записывала, сколько у нас сейчас стоит. Малая бухта. Заезд фиксированный с 31 декабря, не с 30, не с 29, как это часто бывает, а именно с 31 декабря на 3 ночи с банкетом. Цена на двоих 43 290 рублей. То есть по 21 тысяча на человека с банкетом. Обычно такая цена без банкета. Банкет в среднем по Краснодарскому краю от 12 тысяч рублей. От 12 до 15 в среднем, а так-то и 30 есть, и 100, как Риксос, да, на Красной Поляне. Поэтому один из самых доступных и реальных предложений на Новый год. И еще не могла пройти мимо Абхазии, потому что ряд объектов приготовили новогодние программы, новогодние цены в этот период, на период праздничных заездов. Особенно хочу, это какие? Самшитовая роща, Интерсухум и Литфонд в первую очередь. Они самые первые дали цены, поэтому о них хочу особенно поговорить. Программа будет с таким кавказским налетом, да, это будут конкурсы на выявление самого лучшего танцора лезгинки, например, с дегустацией местной кухни, местного вина. Цены отличаются немного в приятную сторону, чуть ниже, чем в том же Сочи. И места пока на Новый год еще имеются. Обращаю внимание, что в Литфонд, сейчас, секундочку, вернусь случайно, перескочила. В Литфонд заезд возможен только от 5 ночей, не меньше. Малая бухта, фиксированный заезд 3 ночи. Отели сети Мираклеон на Новый год также 3 ночи. Актер от суток. Акваград от 3 ночей. Бургас также от 3 ночей. Переходим дальше. Не только размещение в объектах Краснодарского края мы предлагаем, также и экскурсионные программы, экскурсионные туры, самые востребованные, самые популярные маршруты, постараюсь ускориться, вижу, что времени не так уж много у нас, это, конечно же, Великий Устюг, да, это к Деду Морозу на туристическом поезде, это Карелия с катаниями на собачьих упряжках, на оленьих упряжках, где мы знакомимся с традициями северных народов,
Это туры в Мурманскую область, охота, так называемая охота за северным сиянием, посещением заброшенной рыбацкой деревни, рыбацкого поселения, кладбище кораблей. Ну, очень интересные программы. Предлагаем экскурсионные туры по Золотому кольцу, Новый год в Устюге, Новый год в Костроме, в Ярославле. Для тех, кто любит сочетать отдых с получением новых знаний, да, с погружением в историю, в традиции нашей страны. Далее, Новый год в Абхазии, как раз тоже на контрасте, кому хотелось бы к морю, к мандаринам, к зелени, к пальмам. Что касается цен, наверное, самый бюджетный вариант – это та же Абхазия. Вот за 4 ночи стоимость на человека 35 900. По такой же цене, например, будет тур в Карелию уже на 3 ночи. То есть Карелия на 3 ночи от 20, на 3 ночи, да, от 23-25 рублей на человека, ну, в среднем до 30 доходит. Мурманская область от 42 тысяч за рублей за человека, Золотое кольцо от 23 тысяч рублей за заезд 3 дня, 2 ночи на человека. Питер, обязательно Питер, как я могла про него забыть, тайны новогоднего Петербурга, интереснейшие экскурсии с погружением в историю празднования Нового года в России, празднования Рождества в России, с посещением музея Фаберже, с чаепитием, с экскурсиями загородными в Кронштадт, в императорскую резиденцию в Павловск. Ну, программы разнообразные от 3 дней, 2 ночей и буквально на все новогодние каникулы до недельных туров на нашем сайте есть, цены есть. Квоты есть, гарантированные номера, моментальное подтверждение. Цены на Питер на Новый год от 9820 рублей за 2 ночи. Ну, то есть совсем на небольшой период. 3 ночи, конечно же, будет стоить там в районе 15 тысяч, 4 ночи от 25 и более. Сейчас у нас действует акция раннее бронирование именно новогодних экскурсионных туров. Данное предложение действует буквально еще неделю, до 31 октября. Далее цены будут немного повышаться, поэтому если ваши туристы уже определились, где будут отдыхать, то лучше бронировать сейчас в октябре. Это будет более выгодно, и места еще есть, потому что чем дальше, тем с местами будет туже. Кстати, на Устюг, на Великий Устюг туры на Новый год практически уже все распроданы, но у нас есть еще несколько заездов, практически весь декабрь будут еще даты тура, и несколько недель после Нового года также можно будет совершить данные туры на поезде в Великий Устюг. На Новый год, на период новогодних каникул продажи уже сняты. Еще, наверное, неделю, если не 2 недели назад. Не могла не сказать о наших эксклюзивных турах, о наших новинках, это наша гордость. В этом году мы организовали свои собственные экскурсионные туры. Наша линейка так называемых «Вояжи». В этом году состоялся Крымский вояж и Анапский вояж. В чем особенность этих туров? Все эти туры базируются, то есть туристы проживают в отелях сети Отелика, которые работают по системе «Все включено». То есть таких экскурсионных туров еще нет. Обычно это завтраки, да, максимально завтрак, ужин там включен в стоимость экскурсионных туров. В нашем случае турист
помимо экскурсионной программы, пользуются абсолютно всеми услугами, которые входят в стоимость отелей по системе «Все включено». Ну, Крымский вояж, понятно, что, что тур состоится по территории Крыма. В Крыму достаточное количество достопримечательностей, которые невозможно, в принципе, даже за 6 дней посетить. Поэтому мы сделали очень насыщенную программу, очень интенсивную. Начинается она в Феодосии, далее в Судак, мы переезжаем потом в Ялту, экскурсии по ЮБК, экскурсии в Севастополь. При этом проживаем всегда на базе наших отелей, отели, которые работают по системе «Все включено». То есть если там плохая погода или турист решил пропустить какую-то из экскурсий, он уже там был, то он спокойно остается в отеле и пользуется всеми услугами. Это питание трехразовое, шведский стол, это алкоголь, это анимация, это бассейн и так далее. Вечерняя развлекательная программа. Анапский вояж, название говорит само за себя, это экскурсии и проживание на базе наших анапских отелей. 4 звезды отеля «Дивный мир», усадьба «Шато» в этом году был базовый отель для проживания наших туристов. И очень скоро, вот буквально в течение недели, наверное, к концу месяца точно, мы откроем продажи и анонсируем нашего третьего эксклюзивного продукта, так называемый «Тверской вояж», который, понятное дело, будет проходить по территории средней полосы России. Это не только Тверская область, это и сама Тверь, и Конаково, и посещение храмов по области, и посещение музеев, Ямщицкая изба, Государева дорога, музейный комплекс Конаково. Проживать туристы будут в отеле, в четырехзвездочном отеле в Тверской области, Гранд-отель Ольгина. Также о нем, я думаю, многие слышали, знаете, который работает по системе «Все включено». Тверской вояж, ждите, очень скоро откроем продажи и презентуем нашу полную программу. Тур будет длиться 3 дня, 2 ночи. Далее круизы. Быстро, да, не могла пройти стороной этот вид отдыха. Мне также в свое время посчастливилось совершить путешествие на теплоходе по маршруту Москва-Питер, Москва-Ростов-на-Дону. Это потрясающий вид отдыха, это экскурсионный маршрут, да. Главная особенность в том, что не нужно каждый день возвращаться в свой отель, делать утомительные переезды между городами, а отель движется вместе с вами. То есть днем туристы у нас смотрят города, знакомятся с традициями, с музеями, с какими-то значимыми, памятными, важными местами тех или иных городов. А ночью, да, благополучно возвращаются на теплоход, и теплоход совершает переезд в другой город. Не раз отмечали, что те туристы, которые попробовали этот вид отдыха, далее выбирают только его и не готовы променять его ни на какой иной. Мы уже открыли продажи на 2024 год по всем самым популярным маршрутам от всех топовых судоходных компаний России. Цены на нашем сайте есть, моментальное подтверждение, наличие номеров, наличие, ну, тут в данном случае кают имеется на нашем сайте, поэтому заходите, бронируйте данный вид отдыха. Кто еще не опробовал, рекомендуем. Конечно, это, ну, можно определить туриста, который выбирает данный вид отдыха, это гости среднего и, наверное, пенсионного возраста, для тех отдых для тех, кто ценит комфорт, кто любит размеренный отдых, кто готов созерцать, любоваться природой спокойно вечером на
солнечной палубе, открывать для себя красоты России с новой стороны, со стороны воды. Это действительно незабываемое впечатление и не самый дешевый вид отдыха, но его смело можно рекомендовать вашим туристам. И буквально две минуты, постараюсь очень коротко, о санаторно-курортном лечении. Наша страна богата природными лечебными факторами. Это и минеральная вода на Кавказских минеральных водах в Беларуси. Я хотела бы, кстати, еще о Беларуси сказать. Мы в этом году большое количество гостей отправили именно в нашу братскую республику Беларусь. И не только экскурсионные туры, но и санаторно-курортное лечение в этом году в разы увеличило свои объемы относительно прошлого года. Это и грязи на территории Беларуси, в Крыму сакские грязи, кавказские минеральные воды. Это морской воздух, если мы говорим о черноморских курортах, да. Огромное количество лечебных, природных лечебных факторов. А в сочетании с богатой историей курортологии, высококвалифицированными специалистами, которые работают в санаториях, в сочетании с современными методиками лечения, современной базой диагностической, делает лечение на наших курортах максимально эффективным, максимально востребованным. И топ популярных здравниц по каждому направлению, не буду уже говорить о каждом объекте, можно говорить много, еще минут, наверное, на 20 о каждом направлении, поэтому просто делюсь нашим топом проверенных отелей по каждому курорту, Минводы, Подмосковье, Средняя полоса, Беларусь, Краснодарский край. Наш телеграм-канал, пожалуйста, сканируйте QR-код, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы ежедневно публикуем наши лучшие предложения, наши акции, наши топы. Анна уже говорила, наши рубрики «Родные курорты по-новому». Вот-вот появится информация после нашей командировки с коллегой по Абхазии. Мы хотим поделиться своими впечатлениями, своими фотографиями, знаниями с вами по поводу данной страны. И многое-многое другое. Так, Анна. Да, я здесь. Коллеги, здравствуйте. Время поджимает. Да, соответственно, наши контакты на экране. Презентация у вас будет в любом случае. Можете также заскринить, да, подписаться в дальнейшем на телеграм-канал. Обязательно, я очень рекомендую, потому что мы стараемся. Наши лучшие специалисты придумывают различные рубрики, воплощаем идеи в цель. Вот, поэтому будет очень приятно. Давайте так, касательно вопросов, мы сейчас, у кого есть вопросы, на них обязательно с Евгением ответим и разыграем памятный сувенир. То есть буквально еще 5 минут, готовьте вопросы, давайте пока посмотрим, что было. Да, о Ольге Князевой огромное хочу сразу сказать спасибо, видела ваш комментарий, я думаю, Евгения тоже, очень интересная информация, когда Евгения рассказывала о наших продуктах, очень приятно, спасибо вам большое. Ольга, мы вас приглашаем, буквально со следующей недели начнется наша серия вебинаров, посвященная нашим курортам, нашему продукту, который мы готовим на следующий год. Буквально в ноябре стартует акция «Раннее бронирование», не только по отелике и по экскурсионным турам, но и по нашему основному продукту. И там уже на каждом вебинаре мы конкретно про каждый регион, про наши любимые объекты, про особенности каждого объекта, про достопримечательности курортов. Все-все-все подробно расскажем, потому что сейчас это невозможно в рамках этого вебинара, потому что нужно было рассказать все обо всем очень быстро и сжато. Да. Так, был вопрос у нас первый, получается, от Олега. Какие у вас комиссии для агентств по промо-прайсу? Немножко не поняла вопрос, я, наверное, в общем скажу, что
Когда вы заходите под своим личным кабинетом, да, под логином, паролем на наш сайт, вы сразу видите актуальную комиссию. То есть если у вас комиссия базовая и натуры нет ограничений, соответственно, у вас 10% комиссии. Соответственно, если комиссия у вас выше по вашему обороту, то и комиссия натур у вас, соответственно, будет выше. Есть ограничения у нас, да, Евгения, по некоторым объектам, которые дают, в принципе, пониженную комиссию, но это не только у нас, это как бы специфика всех, так скажем, туроператоров, и это вы также сможете сразу видеть. А если мы устраиваем дополнительные акции, у нас сразу эта информация размещена, как правило, на баннере на главном, допустим, там до процента по промокоду такому-то комиссии, в наших соцсетях проходят рубрики, повторюсь, «Отель недели», «Лови момент» и прочее, тоже мы даем дополнительный процент к вашей комиссии. По поводу вопроса, да, от Татьяны, не могли бы вы уточнить, с какого времени можно будет приобрести эксклюзивные туры «Анапский вояж», «Тверской вояж»? В ноябре месяце мы откроем продажи уже на следующий год. Смотрите, «Анапский вояж», даты я не обозначила, это не весь год, не летом, это не летняя история, потому что наши отели очень хорошо загружены в летний период. «Анапский вояж» на период с мая где-то по 10 июня даты заезда и сентябрь месяц, то есть на период межсезонья мы поддерживаем данные отели экскурсионной программой. «Крымский вояж» все лето, загрузка отелей позволяет организовывать, да, и реализовывать данный тур в течение всего летнего периода с мая по сентябрь. Тверской вояж к концу недели точно уже озвучим нашу программу и стоимость во время Тверского. Так, коллеги, круглогодичный. Вот, немножко связь зависла, но, в принципе, в целом было понятно. Угу. Так, еще был вопрос по бесплатной отмене бронирования. Смотрите, наверное, тоже, в общем, с Евгением скажем об этом. В заявке по каждому бронированию вы можете видеть сроки оплаты, соответственно, сроки аннуляции, в принципе, ну, как бы от этого отталкиваться. То есть там все понятно, прописано. Если, опять же, допустим, какой-то заявки нет, но это больше технический момент, вы сразу можете написать комментарий, и мы вам на этот вопрос, наши специалисты, ответят. Так, пока вопросов я больше не вижу. Ага, для иностранцев какая доплата на ваши туры? Здесь, наверное, к Евгению, но здесь индивидуальный все-таки момент, я считаю, да? Да, пока в практике у нас прям иностранцев не было, да, это единственное, там, граждане ДНР, ЛНР, но у нас никаких доплат для граждан этой республики не было, для иностранцев, но тоже нужно будет уточнять, просто пока еще не было, в принципе, у нас там из Европы, да, или из других каких-то стран, поэтому не могу сказать. Для ближнего зарубежья, да, там, граждан Беларуси, Абхазии, никаких доплат нет. Угу. Так, коллеги, я так понимаю, что вопросов нет. Ага, нет, еще Татьяна что-то печатает, ждем. Узбекистан, Грузия. Также не было доплат. Нет, у нас не было доплат, если вот брать по опыту проживания в отелях, которые мы продаем, да, экскурсионных туров, мы доплат не брали. Но я думаю, не будет исключением и наши эксклюзивные туры здесь. Также мы доплат брать не планируем. Смотрите, коллеги, касательно доплат для иностранцев, да, то есть по нашим объектам более все понятно. Если рассматривать другие объекты размещения, может быть, какие-то групповые экскурсионные заезды по экскурсионке именно, да, это здесь все-таки нужно отталкиваться еще от партнеров, то есть от отелей, от принимающих компаний. И повторюсь, что вы можете запрос написать, и в индивидуальном порядке, естественно, все это будет запрошено. Ну, по поводу доплаты, да, и как бы
вряд ли мы что-то будем брать, но есть определенный еще документ, это миграционная карта, но я думаю, это гражданин, который приезжает к нам в гости, там, на отдых, знает об этих всех нюансах, тонкостях и должен... В отеле всегда запрашивают миграционную карту при пересечении, видимо, границы. То есть, да. Граждане РФ. Так, ну что, коллеги, переходим к конкурсу. Евгения, передаю вам слово. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился наш вебинар. Вы внимательно его слушали. И от нас такой вопрос. Как будет называться наш третий эксклюзивный продукт? Ответ уже есть, я вижу. Аня сейчас зафиксирует. Да, я уже все. Сфотографировала, кто ответил первый. Большое спасибо за то, что слушали нас, за то, что запомнили, как это будет называться. Ждите программу, в ближайшее время появится на нашем сайте. Программа очень интересная и насыщенная, и главное, доступная по цене, потому что мы живем на базе наших отелей, не у каждого есть оператора такая возможность, и мы этим пользуемся. Поэтому ждите, в ближайшее время программа появится, победителя мы определим, проверим, кто первый ответил. Анна через день-два свяжется. Да, коллеги. Нам сообщат Profi Travel контакты у всех слушателей, поэтому мы с вами свяжемся, обязательно решим, каким образом передадим вам подарок. Да, я смотрю, что, ну, пока что, по моим данным, Наталья Королева была первой, то есть первый комментарий замечен. Не знаю, совпадение или нет, но мне кажется, Наталья, наш активный слушатель, на каком-то из вебинаров она уже побеждала у нас. Если это вы, Наталья, поставьте 3 плюсика, но это здорово, это прям радует, что вы нас слушаете. И, дорогие коллеги, хочу поблагодарить тоже от себя и от всей нашей компании «Мультитур» вас, что вы были сегодня на сегодняшнем вебинаре с нами, уделили свое время, мы здорово пообщались, ответили на вопросы, я надеюсь, что все понятно. Ну, а если нет, то контакты на экране были, презентация у вас будет, вы всегда можете нас найти, позвонить или нам написать. Так, что-то еще печатают наши коллеги, спасибо, доходчиво, понятно. Спасибо, Людмила, большое, что были с нами. Было дело, Наталья пишет, вот видите, здорово, я прям, у меня хорошая память. Да, уже, наверное, коллекция призов от Мультитур. Ну, круто. Спасибо за информацию, все тематично, информативно. Наталья, спасибо вам большое. Марина, Наталья, да, коллеги, спасибо большое за теплые слова. Это, на самом деле, очень, да, приятно всегда. Спасибо за увлекательный тур. У нас их много было. Да. Да. Немножко ступор. Так. Ну что, коллеги, мы догадываемся. Я думаю, что да, хороших вам продаж, удачного вам новогоднего сезона, а также, конечно же, летнего. И вообще всегда, чтобы у вас были хорошие туристы, продажи. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго, коллеги. Спасибо за внимание. И не забывайте, Евгения сказала, что у нас стартует серия наших личных эксклюзивных вебинаров. Следите за информацией на сайте, в соцсетях. Будем вас рады видеть. Всем пока-пока, до новых встреч, коллеги. Пока.